Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юли, восьмой день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдание святого великомученика Прокопия. Иерусалим, град святый, возрасти святого великомученика Прокопия, и же от родителей своих не Прокопий, но не Ани именован бысть, Прокопием же после жде от самого Христа Господа в крещении именовася, як уже предлежащее явить слову. Так ужде Иерусалим в то время не Иерусалимом, но Элиею от нечестивых идолопоклонников нарицашеся. По разорении бо Иерусалима от Тита, сына Веспасианова, многим прешедшим летом, цар римский Адриан, и муж от рождения имя бе Ели, восхотев на опустелом месте Иерусалимовом паки воздвигнути град, нарече того во имя свое Елия, и заповеда да никто же нарицает град той Иерусалимом, но Елиею. Враждуя бо на Христа и Иисуса Господа нашего, читаше се не точио имя Его пресвятое от земли истребити, но и место оно е, и даже Христос пострада хотяше человеческой памяти в забвение предати. И того ради Иерусалим нарече Елиею. В том граде бе муж некий славен, сенаторского благородие именем Христофор, верою християнин, имея и супругу елинского нечестие держащуюся именем Теодосию. Ти родивши се го, нем же предлежит нам слово, неанием нарекоше порождение же младенца, Христофор в скором времени ко Господу отиде. Теодосия же вдовствующе воспита отрока в елинском нечестие, и научи его идолопоклонению, в нем же и сама бе усердна ебесом служительница. Бяже же отрок байструумен и дан от матери в научение книг елинских, вскоре все внешнее любомудрие пройде. Достигшу же ему юношеского возраста и приходящу в мужа совершенна, восхоте матер в войните его царю. Егда нечестивый цар римский Диоклетиан в Антиохию Сирскую, над рекою Оронтом стоящую прииде, уведавши о том Теодосия поят сына своего, и шедши в Антиохию отдаде его в службу царю. Видев же цар юношу образом и возрастом красна, и разумом премудра, возлюби того зело, и в царских своих палатах с прочими подобными ему близ себе пребывать и повеле. Та же не в долгом времени сотвори того воеводою, и во Александрию египетскую с воинством посла, повелев ему там угонити и мучити и убивати християнов, и имение их в царское сокровище взимати. Неани же рече к царю, слышах от тех людях о царю, яко почитают некоего Сына Божия глаголема го Христа, и суть нравом твердый, непослушный, дерзостный, и крепций в вере своей, и постоянный. И изволенные и место мрети, неже оставите своего Христа и принести жертви Богом нашим. Чесо ради мнице мне, яко неудобно будет преклонить их к нашим законам. Диоклетиан же возерив се нача хулити Христа Спасителя глаголя. Бог их, яко же сами глаголют не име жены, то како роди сына. А в него же веруют Христа, той от жены рожден и от жидовского рода, яко злодей на смерть осужден, биен, терним венчан, поруган, на кресте разпят, отстом и желчу напоен бъйст и горце умре. Аз ще обобяше Бог, то почто себе не изя из рук жидовских, и аз ще себе в беде не поможе, то кому помощи может. Те е и множещия хули глагола син погибелни. Слово Бо кресно е, як уже божественный глаголит Павел, погибающе ми родство есть, а спасаема им нам сила Божия есть. Не ани же многими словеса и царскими утвержден бъйв, иде с двумя спирами воев в путь ему повеленни. А понеже вели належаше от солнца зно и вар, и изнемогах усами и кони их, то го ради нужда бисти му путешествовати нощью, водни же почивати. Егда минуа памио сирскую, в третий час нощи бист трус земли, и молнии многих блистание, и гром страшен, и бяху все от страха аки мертви. Воевода же слыша глас небесе к нему глаголющ, не ание, каму идеши и на кого востееши? Он же со страхом отвеща глаголя. Послан я съм от царя во Александрию убивати вся верующая в распятого. И пак и рече ему с небесе глас. О, Неани, и ты ли на мя идеши? Глагола Неани. Кто еси ты, Господи? Не могу бы тебя познати.
Той му рекшу, показа се на воздусе крест пресветел аки кристалний и глас от креста глаголющ. Аз я съм Иисус разпятый Син Божий. Главола трепеще ни ани. Поведа мне, царь, ако той Бог и Гоже почитают християни жены не имееше, и како тъй Божий си Син. А ще же воистину Сыне си Божий, то како возмогоше жидове поругати си Тебе и разпяти Те и умертвити? И глагола ему от креста глас. Рода ради человеческого волею сия подях, да грешни от власти дьявольски избавлю, и погибшие взыщу, и мертвые оживотворю. Я ще не бы был Сын Божий, то како бы и по смерти жив был, и глаголол с Тобою? По глаголе том взыде крест на небо, и я без высоты быст глас. Сим знамением, его же виделись и побеждай враги Твоя, и мир мой будет с Тобою. Так у неяни, и ако же иногда Савул, явлением на пути Господним изгонителя сотвори се сосуд избран имени Иисус Христово. От видение же того пречудного и от сладкие Господни с ним беседи, неизреченные радости и веселие духовного сердце его исполнися. По видение оном неяни свои своими прииде в скитопол, и призвав златаря, повеле ему суделати крест по подобию онаго и Гоже видим в нощи. Златар же отрицаше се глаголя, не могу се го сотворити, понеже знамение ест сие Галилеяном, и же нарицают се християни, и аз ще увесту сем цар то злеме имать погубити. Неяни же веляше ему сотворити то в тайне, сам же клят си ему, яко не имат о том царю, ниже иному кому возвестити. Приему бо златар от воеводи и довольно на суделание креста злато и сребро, судела в тайне подобием и меру и таковою, какову ему воевода на черта. Совершившу се же кресту, внеза появише се на нем триех лиц изображения, невидимою рукою начертанная, с еврейским надписанием. На верхней части Емануил, а оба полой Михаил и Гавриил. То видев златар удивися и недоумееше, кто начерта сия. Инбо никто же бяше в храме не той, кроме его единого. И взем орудие изгладите то начертание хотяше, но не можаше. И рука его боеваше недействена, аки суха. И видев воевода крест, вопрошаше златаря, чия от лица тая и часо ради въображена. Златар же с клятвою извещаваше глаголя. Егда суверших дело, явише се тая лица самоизображена, и не вем чия суть, хотех же изгладите оная и не възмогох, рука бо мне оцепеневаше. Няни же разумев бъйти божественою некою в кресте силу, поклони се ему и лобайзай го, и обвив багреницею, имееше той у себе храня честно. И уже не на християни, но на варвари въоружаше се и побеждаше их силою Христовою, пленяя страны их, даже и на самого невидимого супостата дявола въоружився и зайде к борению, и победи того крепким за Христа страдальчеством, еже на час и отсюду. Боивши ему во своем граде Иерусалиме, в то время Елию нарицаемом, молише его граждане да отмстит обиду их от агарен им творимую, нападающе бу на тую страну и обтекающе окрест града, похищах от тех и лици в града обретахуся, а наипаче емляху женск пол в жене и себе, тоже и по всем окрестним селениям творяху. Храбрий же Христов воин, силою креста святаго вооруженный, и зайде свои своими дерзновенно, и погнав след агарен, моляше си же в себе глаголя, «Буди мне в помощь надежду моя, Христе Боже!» И прийде к нему свыше глас глаголей, «Уповай не ание, аз бое съм Господь Бог твой с тобою!» Той глас воевода слышав, больше го дерзновение исполнися, и победи он их сильно и вся плененни от я. Беже набрани той убиенних агарен 6000, от воинства же его ни един умре, ниже кто язвен бъсть. И посла пред собою вестника во град к матери своей, возвещая о победе над врагами, и возрадува се о том матер зело. Возвративши се же ему с торжеством и корыстью во град славно, срете его матери го радующи ся. Егда вниде в дом, рече к нему матери, «О, сладкое мое чадо, изшедчу тебе на брань, аз приемши в руце кадильницу и тимям, внедох к Богом и молих се к нему тебе да помогут ти». И се ныне помощью их победитель показал си. Вшето бо к ним, воздашь благодарение, да и в предыдущие времена помощники тебе будут. Няни же отвеща к ней. Добре сотворила си о мати. Молящи се за мя, мне же даде се помощь от Бога моего.
Глагола ему матери. Не нарицай уча до единого Бога, да не разгневаются прочие Бози и отвратятся от тебе. Глагола к ней Ани. Не прилищайся о мати многобожьим идольским, как у бутея возмогоша помощи мне сами сущи бездушни. А ще же у ним не помогоша, то вопросим их да скажут нам, и тогда известни будем усилия их. То рек, вниде в ложницу матерню, в ней же идоли бяху златые и сребрения, и рече ко идолум. Вам глаголюм ними и Бози, скажите нам, кто мне поможе на брани. Идоли же молчаху, как у боможаху отвещать и неми сущи. И рече Ани к матери, «Сео, мати, вижд, каковы са ти твои бози, а ще едина го словесе провещати не могут, то како възмогут кому помоществувати?» Матер же отвеща к нему, «То го ради не извещают тебе бози, ако ругая си им вопрошаеш их». Рече к ней Ани, «Тъй обо сама вопроси их и им от тебе отвещати, ако теплейши свои служительници». Она же с многим благоговением приступивши к ним и колена преклонши глаголаше, «О, всесильни и бози, великие дие, и тъй царица Ира, и владейко моря Посейдоне, и солнечнообразния Полине, и тъй защитительница града Паладо и прочие бози, молю вас, ръцейте нам, не вы ли помогосте рабу вашему, сыну моему набрани?» И не бе от них ответа. Тогда блажение Неани държа в руце крест, изпълни все божественные ревности, отложи верхнюю одежду, и матер от идолов отринув, нача их сокрушати, о землю ударяя и ногами попирая. И содрубив их на части, раздадето злато и сребро нищим. Матер же то видящи, изпълни се гнева и ярости неизречения, и забывши естественную к сыну любовь, тече скоро в Антиохию к царю Диоклетиану, и со многими слезами предлагаши ему свою на сына жалобу, яко и Боги ея сокруши, и ей самой не воздаде подобающие чести, отринув оную от богов. Цар же отешаше оно и отворя и надежду, яко ово ласканием, ово прещением им от обратите сына и як первому богов почитанию. А ще же, рече, не восхощет обратите ся, злъй обо поделом своим зле умрет, тъй же от синклита моего его же восхощеш и избери себе в сына. Я би писа цар кой гемону палестинскому именем Юсто, родом из Италии, нравом жестоку, повелеваето му да от окресних градов знаменития люди собрав именем воеводу Неания, сына Теодосиина в християнскую веру уклонившегося, и увещаето того всячески благими дружескими словеса и грозными прещениями, ежебайто му пак и к Богом обратите ся. Нашите же не послушает, то мучите его люте. Бях живо и пистоли и той словеса на Христа хульная. Юс Джей Гемон, царское повеление приеми нарочите и от палестинских градов мужи собрав, и да сам Фелиок воеводе и целував того, вдаде ему царскую епистолию. Воевода же епистолию прочети написанное в ней на Господа нашего хулей нестерпев, раздра оную, и содрубив на малые части вержа на воздух глаголя. Аз християнин съм, тъй же твори еже тебе повелено есть. Глагола и Гемон. И царя боюсь я, и тебе яко друга срамляюсь я, и жалею у тебе, и не вем, что имам сотворити, но послушай мене и мужей сих честных, и пред лицем нашим принеси Богом жертву. А ще же сего не сотвориши, то и нехотяща ме принудиши творити повеленная. Глагола Ниани кой Гемону. Добре воспоминули си жертву, аз бо Христу, Богу моему самого мене приношу в жертву. То рек, отреши пояс сана своего, и вержи Гемону на лице, отрицая се царския службой, хотя бъйти воин царя небесного и окуряши нечести идолопоклонническое. И Гемон же и пришедши с ним мужи, разгневавши се яше его, и ведоше в Кесарию Палестинскую, и аже Филипова нарицаше се, и Севастия, и Панеада, в ней же иногда поставлено бе Христово подобие, изваяно от кровоточивия жени, прикосновением ризи Господни изцелевшия. Там и Гемон на позоришном пред всем народом судище седши, представи Неани на изтезание. Его же озрев народ ко мирослужением помраченни, аки пиянствующи или беснующи и се возопиша кой Гемону глаголюще. Се ест враг и губитель богов наших и ругатель царских повелений. И Гемон же полно сущи свирепства и безчеловечия, от гласа же народного множия на лютост воставлен, повелябие Неани обнаженна на мучилище повесивше, но гдми железними стругати тело его. И отпадаше плоти го с текуще и укровию,
и кости наагизряхуся. Неци же от народа таково страдание мученику во видеще и о младости его жалеюще плакаше у нем. И видев их плачущих, мученик рече к ним, «Не о мне плачете ся, но о погибели душ ваших, той бо ест плача достоин, и же имат владе безконечно мучен бъйти». Таже возвет очи к небеси моляше се глаголя, «Боже, укрепи ме раба Твоего на постиждение врага, на прославление же пресвета го имени Твоего». Егда мучещи и слуги изнемогоша, снят бъйст мученик по велениями Гемоновим с мучилища и вивержен в темницу. Страж же темничний именем Терентий, помня благодеяние Неаниево, умили се у нем и постла ему сено и плащаницу. И лежаше мученик е лежи в темнице. В полунощи же бъйст трус в ограде. Бог бо со ангелы своими прииде посетити раба своего, и облиста свет вели в темнице и двери темнични отверзоше ся, и всем юзникам там объивши музи разрешише ся, и явише се два ангела в подобие юнош прекрасних, глаголющи и к мученику. Возри на не явищ. Мученик же возрев к ним рече, «Кто есте вы?» Отвещаше ти, «Ангели сме и послани к тебе от Господа». Глагола к ним мученик, Аще ангели Господни сте, то поклоните се Господи ви пред очеса и моими и знаменем крестним себе оградите, да има вам веру. Ангели жабието сотворивши рекоша, ней не обоверуй, и ако посла нас Господь к тебе. И глагола мученик, вем, яко к трием от роком в пещ вавилонскую вержен им послан бъйст от Господа ангел, устудите и могън. Аз же, что таково сотворих или в кий огън вержене съм да достойно брящо си ангелското посещение? Сия мученику с усмирением глаголющу, внеза появи се сам Господь Иисус Христос в славе неисповедимой, и коснув се мученику, изцели его от ран, и востави здрава, и крестив его водой, рече, «Оже к тому да не наречеше се неянием, но прокопием, можай си и крепи ся». Возмогая бо възможеши, и приведеше ко отцу моему стадо изрядно. Прокопий же радостен и ужасен бъйв, пад на землю, поклони се Господи ви моля ся. Да укрепите го в страданиях, ежеба ему не обояте се лютих мук. Господ же рече ему, «Не бой ся, аз я съм с тобою». То рек Господ на небеса взейде. Святей же Прокопий от того Господне явление имееше сърце свое неизречение сладости небесни и духовно го радование преизпълнено. Телом же толь здрав бяше, яко ниже следо бъвших на нем язва обретати ся, уповабо на Господа и поможе ему, и процвете плоти го. Вутре же послай гемон един го двойно в темницу уведети, жив ли ест мученик. Мняше бо того уже умерше от вчерашних мук лютих. И сказа войно темнични и страш теренти, без сна всю нощ бъйвай, яко нечто дивно и страшно в полунощи в темнице совершаше ся. Трус бо бъйст, и свет чуден внутрь облиста, и двери отверзоше ся, и узи разрешеше се юзникум, и муженеци пресветлише и беседуваше с неянием. Воин же приник в темницу, възгласи к мученику глаголя, «Жив ли е си неяние?» Отвеща святей, «Жив и здрав я съм, благодатио Бога моего!» Рече воин, «Не могу видеть и тебе!» Глагола святей, «Всяк бега я и света Божия, и служай бесом слепест, и во тме ходит, и невест камо идет!» Шедже воин възвести гемону я же слыша. Той же на судище седеш и пак и мученика Христова на изпитание представи. И возревши на него все, видеше лице его просветившее ся, и все тело его смотревше, зряху здраво, сущо и бело, аки никогда же ран приемше. Предстоящи обо мнози удививше се возопиша, «Боже Неаниев, помози нам!» И гемон же, востав с престола своего и рукою на народ помав, возопи гласом вели им глаголя, «Братие, почто удивляете се, видеще Неания здрава? Бози милосердство ваше у нем и изцелише раба своего». Святей же глагола к нему. Добре глаголиш, и яко милосердием Божиим изцеление съм, и аще то чудесно изцеление мниши бъйте совершившие се силою богов твоих, то пойдем в храм их, да овеме и который Бог изцелимя. И гемон жемнев мученика богом поклоните се хотяща, рад бъйст вельми. И повеля украсити путь от седилища к кумирнице и плащаница изрядния по пути под стлати, проповедник же на високое здание възшед взаиваше глаголя,
Неаний, сын Теодосии, жены и благородние, покаявся, возвратися к богам и грядет принести им жертву. Неверни оботосла и шеще радовахуся, а иже бяху потенни християни ти и печали вели изпълняхуся. Истече се все множество народно с женами и детьми. И идяше и Гемон славно со святым Прокопием и со всеми честными мужи к идолскому храму, вон же вшедший святый, и в тайне сердце своего помолившися ко Христу Богу, сотвори рукою прямо идолов на воздусе знамение крестное и рече: «Вам глаголю, нечистие идоли, убойте се имени Бога моего и силы и креста святаго, и падите от мест ваших, и сокрушившися, яко вода разлийтеся». Я би падоше в сидоли, и падением своим гром страшен сотворивше раздробише се на части, а еже чудесне, яко все вещество то из него же идоли сотворени бъйше повелением Божиим, обрати се вещество в одное. И напълни се капище водей, и река дверми от капища шумящите чаши. Сие чудо всех вельми удиви и возопиша мнози глаголюще: «Боже християнски, помози нам!» И Гемон же яко изумлен бъй, в от ужаса недоумееше, що творити. Та же едва в себе пришед, повели мученика отвести в темницу, сам же печален вельми отиде в дом свой. Вечеру же бъйвшу поздно, приидоша к темнице к святому две спири и воев с двумя трибунами своими, Никостратум и Антиохум, и молиша святаго да въвойни их царю небесному Христу Богу. Святий же Прокопий моли Терентия, стража темничного, да не възбраните му на некий час изъйти из темницей. И не възбрани ему страж, веди известно, яко не възхощет обижати той, и же сам желает за Христа страдати. И изшед святий, веде войно в Клеонтио епископо града того, кръющо се негде страха ради. И обрети того, повелее му крестити войнов, сам же пак и възврати се в темницу. Епископ же в ту нощ воев он их огласи в крести, и пречисти их божественных тайн тела и крови Христовой. Они же возвративши ся, придоша к темнице и поучи их Христов мученик о святей вере и о изповедании имени Иисус Христова, и укрепи их небоязненным и мужественным быть его страдании. Наставши же дню, и Егемону по обычаю на позоришное судилище пришедшу, представши ему войни ти и велигласно Христа прославляющи и изповедающи себе быть християни, и готовый на муки и смерть за Христа показующийся. И Гемон же толико е множество воев на смерть за Христа дерзающих видя, удивление и ужаса изпълняшися, и много увещеваше их отвратитися от Христа к Богом же пак и обратитися. И егда види их непреклонных, издаде на них смертный суд, ежемечним посечением скончати се им. И изведени бъйше в неграда на место смертное, на нем же полк много спекулаторов собран бъй с посечения ради оних воев. Изведен же бе там и святый Прокопий, веригами обложенни, яко да толиких воинов смерт видя устрашиться. Он же, смотря на подвиг тех, радоваше се духом и моляше се у них ко Христу Богу, яко да до конца укрепит их и приимет души их в небесное царство. Обступивши обо спекулатора и суйними нечестивыми войны, тые две спири во Христа веровавшие посекоша, и два тривуна, Никострата и Антиоха, с ними купно мечем убиша. Так у новии воини царя Христа, положивши за него своя души, прийдоша с торжеством от земных в небесная. Муженеки и славени благодетели именем Евлалии, пришед нощью с множеством верних, собрателя самученическая и погребению предадея, а святый Прокопий блюдом бъйство узех. Сидящо мученику Христову в темнице, придоша к нему 12 жен благородных и глаголаша оконцем к святому: «И мы, Христовы, рабы не смей». Возвещено же то бъйсти Гемону, яби и Гемон послав повелев садить их в темницу, в ню же ония радостно входящи глаголаша: «Приими нас, Господи, в небесния черток Твой». И вшече внутрь поклониши се Прокопию святому. И очи ми бяха от него святой вере и божественной ко Христу любви и теплому молению к Богу. Не по многом же часа и Гемон на обычном пред народом судище сед, повеле тые честные жены из темницы извечи, представите на позорище суду своему. Слышавши же Теодосия, матер Прокопиева у женах тех, прийде на позор видеть подвиг их, им же представленным судищу бывшим рече и Гемон: «Послушаете ли Богом принести жертвы, да чести от нас сподобите ся,
или в съпротивление пребивающе самоизволно възхощите зле погибнати. Отвещаше святей жени. Чест Твоя Тебе буди на пагубу Твою, мъй же рабъйни сме разпята го Христа, изведше го нас от погибели, Той нам е с чест и слава. Разгневав се же Егемон, повеле куюждо по земли протягше жезлием немилостивно бити. Та же повешен е на мучилище наги огнем по ребрам их опаляти, оне же моляху се ко Христу Богу, в помощ того призивающе. И повеле Егемон отрезати с усце их рек, поможет ли вам разпята и на него же уповаете? Оне же отвещаша, уже помогал нам, яко же видиш и мучителю человеку ненавистне, жена и босуще побеждаем тя мужа властелина суще, нерадяще налагаем их нам тобою муках. Мучитель же множе и разерився, повеле разжещи железа аки огни, подлагати их под пахи глаголя. Ощущаете ли жени огнено или ни? Отвещаше жена и святея. Ты познаешь и болезен от жени огненного, и гдав неугасаема и иже аде огн ввержен будеши. Нам же предстоит зде помогая Господ наш, и гоже тъй не видиш, и яко же слепи и не видят солнца. Тако святым женам страждущим, Теодосия матер Прокопия свята го стоя в народе, и на мужественное терпение женон их смотря плакаше горко. Та же восиявшо в сердце я свето познание истины, исполни се ревности, и пришедши пред Егемона взиваше глаголющи. И аз, раба, я съм разпята го Христа Бога. Сие же ей бъй с просвещение молитвами сына е я, свята го великомученика Прокопия, и же всегда о е я к Богу обращение моляше ся. Егемон же и все, и же с ним, и весь народ, видя и слыша благородную жену Теодосию, матер Нианиеву, дерзновенно Христа изповедающую, вельми удивиша ся, как внезапо премени ся, презревши чест благородства своего и богатство и славу, не боящи ся мук видимых. И глагола к ней Егемон. Госпоже Теодосия, кто те прелести прийти в заблуждение сие, еже оставите отеческие боги и таковая глагола ти? Она же отвеща. Не съм ныне в прелести и заблуждении, но прежде заблуждах прелещаема от бесов, егда вместо Бога истинного небо и землю сотворша го поклонях се мерзостним идолом, делу рук человеческих. Егемон жена мучи ми, жена и перстом показуя глагола Теодосии. Си прелестница, яко же вижду прелестиша тя. Она же отвеща. Не прелестиша, но научише ме познати истину образом страдания их. Ибо како бы им възможно было в толиких муках быть и мужественным, а ще укрепляя их, не был бы и Бог истинен. Не у нее бы суть прелестницей, но ты, прелестник, тме и заблуждение наставник, привлачая человеки в пагубу. Глагол Егемон. Увещайся о Теодосие, и начни прощение просить у богов. Помолимся же и мы к ним у тебе да простят тебе сие твое согрешение. Она же отвеща. От распятого Христа Бога прощения прошу о прежнем моем невежестве и осудея на их злых делях. Разгневав се же Егемон, повелею всадите в темницу, так уж деяния мучимия святые жены и купно с нею в темнице затворите. Вшече же Теодосий внутрь темницы узрею сыния святый Прокопий, и возрадува се зело, уже бо уведа духом обращение яко Христу, и рече к ней веселяся. Госпоже мати моя, почто пришла еси сему, и коя я ради вины оставила еси боги твоя? Она же глагола к нему. О, сладкое мое чадо, ней не познах истину. Видя бо святые страждущие жены, помишлях в себе, как возможно немощным женам понести то лютые муки, а ще не бы укреплял их той за него же страждут, Христос. И аж ты Христос не бы был Бог всемоги, то как бы укрепил за него страждущие. Сия мне помышляющий, сокруши се умилением сердце мое, и луча некое восия в уме моем, и познах прелесть суетных богов, и верувах единого бъйти Бога истинного, и Гоже тъй, и святые жены, и прочие мученики изповедайте. Тогда глагола к ней Прокопий святый. Блаженная си госпоже мати моя, сподобавшая си от Бога такова го просвещения, и всие за него узилище пришедшая. И бяше блаженная Теодосия в темнице служащи женам святым. Чистыми буплащаницами отираше кров их, и врачебния пластири прилагаше язвам их. Искусно бо бяше во врачебной хитрости. А святый Прокопий получаше матер свою вере святой, и в ту нощ поеме, веде ко епископу Леонтию и крести во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
и паки возвратися с нею в темницу, радуяся и славя Бога о просвещении ее. Посем святые жены с Теодосией, изведенной бывшей из темницы и нечестивому судишту представлены, и глагол Егемон к Теодосии. Вежду, благородная жену, якушто жду тя, и не хушту на тя нанести безчестие и мук. Обратись обу и благосердие призови Боги, да от них прощения, от нас же большая честь исподобишися. Отвеща святая. Безумни и несмысленны, не стыдишися ли изваянные кумири нарицати богами? Яще великая с добродетели, да кто по силе своей чтите добрыми дел и подобен быть Богу, то вам всячески подобает да будете подобни Богом вашим идолам, сиесть слепи, глухи, неми, ногами не ходящи, ни руками делающи, яко же и Боги ваши такови суть. Сия е изрекши, разгнева се Егемон и повелею во уста ударяти крепко, таже протяженно и бити жезлием нещадно, посем ногтми железними строгати тело ея. Прочие же святые жены, смотряющие на страдания я, моляху се о ней к Богу да укрепит ю. И от псалмов некие стихи им же святым Прокопием бяху научени пояху глаголюще. Приидите, возрадуем се Господи ви, воскликнем Богу Спасителю нашему. Той бо ест прибежище наша и сила, помощник в скорбех обречих ни зело. Егемон же то слышав, повеля прутиями уловянными сокрушати челюсти женам святым. Та же вся тая мученици со святою Теодосию, единою веригою железною связав, повеля извести в неграда и мечному посечению предати. И идоше жени с весельем и радостью на смерть, яко на пир брачний, и положише за Христа Бога главы своя, и чертога небесна господобише ся. По кончине их пак и Прокопий святый судишту бъйст представлен и глагол Егемон к мученику с яростью Аки Левра и Кая. Насытил селие сио, нечестивое главо, толик их душ погибели. Отвеща святый. Не погубих он их, но от погибели избавих и от смерти на живот приведох. И повелей Гемон железною рукою бити его в уста, и ногтми железними драти лице его, и лияше се кров его и землю обагряше. Та же оловянными прутиями повыи биен бы из святый, и стояше в тех муках, аки столб недвижимый. Посеми Гемон мученика в темницу во врещи повелев, отиде в дом зело печален, стидяше се бо и яряше се, яко невозможе преодолети страстотерпца Христова. И от печали никому муже провеща словесе в той ден, и впаде в недуго гневични, и возлекна одре, умре в тую нощ, предав душу свою в руце бесом, им же усердно служаше. Слово же Божие растяше и множаше ся, и по всядни муже и жен множество прилагаше се к вере Господа нашего Иисуса Христа, учением Прокопия святаго и чудеса и бываемыми от Него. Сидящо бо ему в темнице прихождако к нему мнози, приносящи недужния своя. Он же целяше их благодатью Христовою, и духи нечисти отгоняше от человеков, и тако неверния привождаше в познание Христа Бога. По пагубной смерти Юста и Гемона прииде в Палестину от царя Диоклетиана и Нигемон, именем Флавиан, також да из Италии родом, но нравом лютейший паче первого. Той в Кесарию Палестинскую пришед и во святом мученице Прокопию ведав, не отлагая представи судищу своему и истязая го о имени и о роде и о вере. Хули же окаянный Христа Бога нашего глагола к мученику. Удивляюся, яко вы, християни, сказующие Бога вашего рожденна быть от жены и распят от человек, поклоняетесь ему. Несли се в вас безумие? Отвеща Христов мученик. А ще восхождеш и терпеливно ми послушате, о Егемоне, покажу ти от ваших же книг свидетелства о Бозе нашим. Вначале же глаголю о сем, яко един ест Бог истинный, естеством неизменни, безстрастни, предвечни и вечни, а не Бози мнози, страданиями и изменением подлежащи, подлети явившиеся и кончину свою приемши. Не веси ли армия вашего, прозиваема го Трисмегистон, сиест тревелика го, також да и Сократа, и же утверждают единого бъйти Бога не многих. В первих слыши Ермия ко Асклипио врачу пишуща го сице. Владыка и Создатель всех, его же нарицаем Бога, создам мир сей видимый и чувственный. И понеже созданный той первый единый, видя се ему бъйти прекрасен и преисполнен всяких благ, удивися о нем и возлюби той зело яко свое рождение». Вижту бо Егемоне, яко Ермий ваш не изповедует бъйти множество богов, но единого. Яще бы были многи бози,
То не би било едино предвечно естество Божества, но много естества бывающие подлети. И них бо Богов сказуете бъйти прежде, и них же послежде, и ин в вас глаголице бъйти Бог небу, ин морю, а и ние и ним вещам на земли видимим. Не засияли Сократ ваш осужден бъйсто, та ти не спите яд смертни, яко многие боги отметаше? А их же вы богами безсмертными нарицаете в начале дия богов начальнишего отци убийцу и купнородние сестры своя мужа, то не вкрите ли он пребиваше? И не зрице ли тамо даже до днес гроб его? Поседон же ваш не бяше ли старейшина разбойников и хищник и губитель? И того гроб не в калаври или обретается? Как обоглаголите богов ваших бъйте безсмертних, и гда яко человеци умроши и гроби их зряция, и вся бывшая их злая дела книгописатели гречести и римсти добре ведят? Таковы и судьбози ваши, и же не точи от християн, но и от своих поклонников обличаются и хулятся. А яко о Христе Спасителе Бозе нашим рекли си от женито го рождена и разпета бъйти, слыши о нем таинства в ваших же книгах обретающиеся. Еда ли не ваша пророчица нарицаема е Сивила, онея, ея же книги Търквини и цар римски многою купи ценою, о воплощении Христовом от чистия Дева и во второй своей книзе ясно написа сице. Слово Божие, егда има трудити Дева, в половине ясна годне звезда от востока явиция, вестница велика го чудесе человеком смертним. Тогда Сын Бога велика го к ним приидет, нося плоть, подобен им на земли. Тому волсви принесут дары, злато, смирно и ливан, та вся будут угодна. Так уж да и о кресте Христове таеш да си вила глаголет. О, блаженно е древо, на нем же Бог будет протяженни. Не земли, но небата е си достойно. Еще же и о втором пришествии глаголет. С небесе прийде цар вели, всеми обладае веки, сам хотя всякой плоти и миру судити. Узрете го Бога суща верни и неверни на високом седяща престоле и воздающа комуждо по делом. А ще же и еще възхощеш и нека я слышите предвозвещения Питийска го Аполина и Амония и Живливи, Додония же и Пергамена. Прочти внимателно книги Хиовеси Христа, Сына Бога Вишнего, от них бывше предсказанна, имевше прийти на спасение и обновление человеческого рода. Ибо егда ясон княз Аргонавтов у капищи ежево Атинах первое бессоздано, вопрошаше Делфийского Аполина глаголя, «Рци нам пророче солнечнообразни Аполине, чийто будет храм в последние роды», отвеща Аполин. «Вся, я же к честности вас возбуждаю творите, аз же сказую Бога единого, царствующего в вышних, его же слово негиблюще зачнется в чистой девице». И ако от огненна лука изпущенная стрела вселенную посреде пройдет, всех емля и приводя в дар ко Отцу, то го матери сей храм будет, Мария же имя ей. И пак егда ватос того же Аполина въпроси обозе от веща, един мне беду нанесет муж небесний, и же постраждет Бог сей, и небожество постраждет, обое же в нем Бог будет, и мъй от Отца безсмертие, и жизн, и силой. По матери же имети будет смерть, крест и гроб, от его же оче степлые изтекут слези и 5000 человеков пятью насытит хлебой, о том всяк человек речет, Христос ест Бог мой, распятый, умерий, от гроба воскресый и на небеса восшедый. Такова и о Христе Бозе от их же елинских книг святому приводящо свидетельство, бъйсти гемон, яко аспит глухи, не хотя и слышите и разумете правдой. И глаголик святому Аки ругаяся. Изряден сотворился е си нам божественник вещей сказатель, Аки бъй небесния нося и ключи и печати. Обаче прежде даже начну мучити те советую ти, престани от много лъжесловесия и отверг се безумного християнства, изволи с нами елинствувати, царскому повинуя се повелению. А ще жени, то сопротивлению твоему възмездие имети будеше лютия муки, тогда и не хотя сотворише повеленне тебе. Отвеща мученик святей. А ще не хощеше познати истина го Бога и Гоже зрети душевни ми очи са и можеши. Тъй обо убивай, и жрите леса човеческа и режи и сецае на части за Боги твоя. Аз же пожру Богу моему жертву хвали. Нарицаеше же безумни ми нас ведущих единого истинного живаго Бога. Не тъй ли сам безумени си мертвим жертви приносяй, и камени нечувственому кланяйся. А ще камен, ему же яко Богу кланяеше се добра ест вещ. То почто се чеши той и разделяеши.
и на многі части разделив, и един участ в подобие некое человеческое устроено, и избрав нарицающето Богом, и жертви приносиши. Прочие же тогоже камене части в здание некое худейшее, или в блато полагающее, и ногами попирающее. Тожде творище и в древе, част некой отсек, идола изтесав, кланяющийся тому, оставшуюся же част древа на нейной некое худейшее дело употребляющее, или в огън влагающее. А ще камень или древо ест Бог, то всяк камък или древо, яко Бога почитать и подобает. А ще же ни древо, ни камень ест Бог, то почто от гнила го древа и от нечувствена го камень здравие и спасение просиши. А ще же и железо наречеше Богом, но и то огнено и подлежит силе, и разжено бывши оставляет свою естественную твердость, и боевает мягко, и млатами биеться. Подобает ли Бога млатами бити? Но и огън наречеше ли Богом? Той дотоль силен, до нележимът, что сужигати, я ще не положиш ему дров, изнемогает того сила, и ще же и водою в конец угашается. И како могут быть богами таковые вещи, я же един на другой уничтожают? И гемон же глаголем их слышит и не терпя, единому от предстоящих именем Архилаю повеле мечем ударить в вою мученика. А святый Абия преклони вою свою под меч, готовый се изых Господа своего умрети. Архилай же меч обеими руками в высоту подем, и когда хоте крепко в вою ударите, Аби ослабе руками и всем телом, и пад на землю исче. И гемон же то видя уже сесия, и повели мученика железными веригами обложена в отвести в темницу. В шестый же ден пак и гемон на суд извед мученика, повели жилами скотскими жестоко бить его и разженными ружни железными бусти, и опаляти раны его, и тые же раны отстом с солью потирати. Посем принесен бейст жертвенник медиен, на нем же бяше множество угля горящего. Положивши обо святому в десницу ливан, простроша оно и над горящие угля мнящи, яко не стерпевши жени огненного превратит руку и падет ливан на огън, и хотя хорещи, яко принесе Богом жертву, верк на огън кадило. И държима бе тако рука свята го над огнем яко 2 часа. Он же весь ум свой углублен име и в бозе, не брежаше ожгому и руце, и стояше жертвенник со огнем в суе. Смотрящи же на то удивляху се и Христа прославляху. И гемон же и Господин его дьявол студа изпълняху се, а святей возводя очи на небо глаголаше. Удържала си руку десную мою, и суветом твоим наставил меси. Десница твоя, Господи, прослави се в крепости, десная рука твоя, Господи, сокруши врага. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя. Посем повелем учителя связана руками мученика повесити на мучилище, к ногам же его 2 камня тяжкие привязати. И висеше тако святей на мног час, тяготою каменную протязаемой. Яко и суставом его от мест своих изходити. Та же снята с мучилища и от камени и отрешена, повелем учитель в пещ огненную, вельми разженную, ворещи страстотерпца. Он же, входя в пещ, огради се крестним знаменем, и молитву сотвори к Богу, и абия изъйде пламени с пещи, и пожже вся окрест обречие си нечестивия, святый же пребъйст без вреда. Огън боймов хлад приложи се. То преславно и чудо удиви и ужаси всех, и гемон от страха бежа в претор. И взиваху неци от граждан, кой гемон оглаголюще, погуби волхва сего вскоре, а ще бо не ускориш и погубити того весь град прельстит сего волшебством. И издаде гемон конечни на него суд смертни, мечем отсещи ему главу. Изведен же бъв святый на место смертное, и спроси време к молитве, и став к востоку, руце же к небеси воздев, и очи вперив, помоли се о граде, и о людях, и о сущих в бедах, и о недугующих, и о сиротствующих, и вдовствующих, да бъй все промислом Божиим были соблюдаеми. А наипаче осем молитву дееше, да языческое нечестие обратится к християнскому благочестию вскоре, и святая Христова церковь да возрастет и умножится, и сияет в правоверии до скончания века. Скончавающо же ему молитву, слышен бъйст глас с небесе, просима я изпълните обещаващ, самого же призиваващ в наследие небесного царствия. Тогда святый мученик Прокопий с радостью преклони под меч честную свою главу и усечен бъйв, положи душу свою за Господа своего, месяце Юлия в 8-й день.
Нецій от верних пришече нощію, взяше чесное его телу и плащаницею чистую со аромати обвивши, на месте нарочитом честно погребоше славище Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, ему же всяка честь и слава подобает, ныне и присну и во веки веков. Аминь. В той же день празднество Пречистой Деве Богородицы явление ради чудотворния я иконы в ограде Казани. Ежебист в лето от бытия мира 7087, воплощение же Христова в лето 1679. В дни же благочестивого царя великого князя Иоанна Васильевича всея Руси самодержца. Ему же покори Бог царства татарского стольни град Казань. В том и виси в видении Пресвятая Богородица единой девицы именем Матроны, повелевающий да возвестит началествующим в ограде людям духовным и мирским, яко да из недр земных возмут икону ия. И указа месту в нем же икона в земле обретается. То видение многожды бы и вашей девице оной, и поведаше девица матери своей, но матери сперва не брежаше о том. Та же прещение между девицей быст в видении устрашена иде с дочтерью к архиепископу и воеводам, и возвестише им там многократно бывшее явление. Униже не яше им верой, сама обо матер начако пати на указанном месте и не обрете, и прочи искавши не обретоша. Егда же девица она е приимши му тъй колко пати нача, аби обрете икону Пречистие Дева и Богородица и с превечним младенцем на руку държимим, и бъйше чудеса от тоя икона, и не соша оною честно в церков, очесом в пролозе написано пространно. Конец жития святаго великомученика Прокопия.